Киберкобра на связи. Если ты, молодой поц, хочешь получать деньги из CPA сетей, но не знаешь, где взять трафик, тогда кликай по ссылке в описании. Киберкобра научит тебя выжимать трафик из Инстаграма и сливать на CPA сети, и ты станешь богат, мой друг. Всем кусочек пирога. Всем привет. Научно. Чего вы такие неуклюжие? Давай еще тогда тебе добавим. На, вот еще один шаг. Это мы в космосе. Мы не скорее. Что происходит? Смотрите, если вот так тыкнуть в нее пальцем сильно, то она становится твердой, а если мягко, то он будет тонуть. Можно даже в нее кулаком ударить, и она никуда не разлетится. Солик, давайте попробуем. Ты видела это, Солик? Ну-ка. Сори, у меня прям... Кому еще дать кусочек пирожка? Я хочу там... Держите, только сразу нужно мять его. Если остановитесь, он у вас убежит. Это космический пирог. Но не космический, но это нарушает закон Ньютона немножечко. Вот если есть много такого пирога, ты станешь вот таким. Ой, в жарких странах такой, как я, красавчик. Кушайте этот пирог. Это у него космический прыщи на голове. Нет, космический это... фурункул. Нет, как можно. Диатез. Это орган размножения. Да. Это орган размножения. Он реагирует на тебя. Видишь? Если у меня по голове ударит, то мы размножимся. Нет, просто достаточно просто подержаться. Кому еще? У кого чистые руки? Скорее подставляйте. Вот такой. На выбор. Скорее, вы туда убирайте, вот там можно попасть. Солик, а ты не хочешь попробовать? Да, можно. Оп, нет? О, ничего страшного, мы их держите. Привет. Это мы на космической выставке. Солярис называется. Очень крутая. В Артплей. Здесь вон, видите, звезды, черные дыры. А, вот эти вот мужчины. Он говорит, что это у него орган размножения. Да, кстати, это за мальчика отвечает. Конечно! Я же говорил, он отвечает. Ты ее остановишь, потому что когда он влезает за пуля, она не может ее Боже! Это руки, да. Где ухо, это глаз. Это еще одно ухо. А вот это? Это тоже ухо, видишь? Два уха. У меня два уха. Очень хорошо. Так, можно руки сбалансировать, сколько у нас огнем еще побаловаться. От одежды, конечно, это обычный крахмал с красителем. Можете прямо дома сегодня такой эксперимент и провести и сделать себе космической ньютоновской жидкости. Лучше всего подходит кукурузный крахмал. Солик уже вовсю там все себе мешает. Солик, ну что, с огнем что ты делаешь? Только ты это не ешь, слышишь? Сейчас мне тоже надо руки немного сполоснуть. Оп. Общи, будь здорова! Она сейчас охладится. А, боже! О, боже, голый! Рука замерзла. А. Это термос. Что испортили? Пол! Почему испортили? Смотри, как красиво. Прям звездное небо на виду полу появилось. А то что-то скучноватый какой-то пол. Такие детские развлечения. Да. Ну, я бы сказал, недалеко не детские. Да, мы тут по-разному в разное время разные эксперименты делаем. Они светящиеся такие, флюоресцентные. Ну, это не просто пенка, конечно же. Это вот нет, это выставка. Та пенка, которая давно ждет. Play, космическая инсталляция. О, утонула! Рука утонула. Сейчас мы выгонимся. А если быстро бить, то он крепкий. Да, вот звезды. А тут вот есть еще... Сейчас покажу. Вот такая вот хрень. Смотрите, как круто. 3D-картины. Вот. Что тут делаете? Это Тина, сестра моего мужа. А это мой брат Кирилл. А это мы в перископе. Да. А что вы тут делаете? А вот отправляем животных, смотри. То есть можно нарисовать своего нарисок, животного. Потом ставишь сюда. Сюда ставишь. Смотри. Какой. Нажимаешь. Боже, и отправляешь его в космос, где он? Вон, сейчас он там появится. И он сейчас вот здесь появится. О, боже. Запустили. То есть можно нарисовать
Это вы отправили белого? Да. Бедный. Он как это серая ворона среди этих разноцветных. Можно нарисовать своего животного и отправить его в космос. Представляете, как здорово? Крутяк. И вот они ходят, странные животные. А вы здесь будете до скончания века рисовать? Там, между прочим, химические фокусы. Слышите? Там какие-то жвачки месяц желтые. Да? Да. Солик уже по колено, по локти в этом. О, боже. Это концерт. Тусовка космическая. Друзья, за это мне ничего не платят. Так что можете не истекать слюной зависти. Мы просто пришли на выставку, я вам показываю, как здесь круто. Вот. Ха, смотри, круто. Смотри, какая бабочка получилась. Я его помадой разукрасила. Помадой разукрасила? Да, помадой. Круто. Разукрасила помадой. И получилась бабочка. Круто. Показываю вам себя. Бабочка разукрашенной помадой. Потому что я вот как-то так. Не готовилась к трансляции. Вообще забываю, если честно, что у меня есть перископ. И вот что-то неожиданно вдруг вспомнила. Так. А это ты чего разукрашиваешь? Еще одной помадой? Этим. Ну, вы, походу, здесь зависли, да, товарищ художник? Я пошла к сыну. Так, идем дальше. Что там? О, боже, Солик, что ты делаешь? Что это? Солик? Ну что? Возьми палку. Вот эту. Город Москва, друзья. Я тоже хочу. Не боишься? Нет. Что ты хочешь, чтобы тебя током ударило? Нет. Смотри, что делаешь. Кто хочет, чтобы его током ударило? Возьми палку. Вот он, мальчик. Мальчик. Вот он, мальчик, который хочет. Вот он, маленький мальчик, который хочет, чтобы током ударило. Да. Ты готов? Это динамит? Динамит? Динамит. Да, динамит. Да, динамит. Да, динамит. Мочи руки сюда. Замочили. У кого есть 5 тысяч для следующего эксперимента на развитие науки? Достань. Можешь начать со 100 рублей. Не стесняемся. Нет, нужно только... Есть бумажка. Вот ты можешь... Ребята, кто сюда выходит с огнем, палуцы или с молниями, нужно обязательно засучить рукава повыше. Потому что видите, как неудобно сейчас это делает. Сейчас просят бумажные деньги. Тем более, когда такая кофта мохнатенькая. По-моему, это космический развод. Это да, нет, подожди, сначала свадьба космическая, потом космический развод. Нет, потом космическая жизнь. У вас в космосе все наоборот. Да, сначала. Начинается с космического развода. Да, а потом космическая свадьба, а потом космический... Подержи, пожалуйста. Да. Космический развод. Что там она делает? Отлично, вот сколько. 100 рублей. 100 рублей. Что это? Это разве деньги? Свое время. Помнишь, да, что делать нужно? Профессор. Профессор. Ого, что там? Деньги появились. Деньги появились, но подождите секунду. Мы сейчас закончим с одним, продолжим с другим. Дают? Да. Руки вперед. 3, 2, 4, 5. У-ху! Вышел зайчик погулять. Как? А что не хлопаем, ребят? Что такие? Браво! Милые. Браво! Так боитесь, а другим не хлопаете, да? Вы хочешь попробовать? 100? 100? О, 100 рублей, давайте. А за что? 100 рублей. За что? Не имей 100 друзей. Ой, не имей 100 рублей. В воде, давайте все скажем на научные слова волшебные. Сяськи-масяськи, давайте все вместе. Сяськи-масяськи. Отлично. Вау. Смотрите, живые. Вот бы у вас ух было ты, бы... Держите! Ух ты! Боже мой! А, фу! Подменим денежку. А я давайте 5000! Соль, а что это все волосы в этом? А то 100 рублей, это скучно, когда горят 100 рублей, а вот 5000... Как кризис, какие 5000? Ну, давай 4 тысячи. И у кого есть 100 долларов? Гарантирую, что все без опаски. Кто больше? Давайте 500 евро. Ладно, в следующий раз свои принесем.
соль, ну хватит. Ну что? А ток можно потрогать? Что можно ток? Можно, конечно, проходить сюда, кто хотел. Нет, я потрогаю там, током потрогаю. Я хочу ток. Вы все хотите ток? Я! Держи волшебную палочку. Быстрее, быстрее, быстрее. Кому еще? Живые, здоровые. А если медленно, то да, если с этой жидкостью ласково, как с женщиной, то она вас тоже... А это самое? Да, бить не будет. Если ее вот так, то она твердая. Давайте. Ходите с молниями, да? С молниями. Гром и молнии сегодня, ладно, начинай. Отходите все подальше. Ой, я тоже хочу, а что там? Так, палочку можно, но все по очереди. По очереди, да. Не думайте, что здесь все безопасно, здесь безопасно, пока тут я. Но бегать здесь и... кипишить не стоит. Из вас сирот, а вот так она сильно, быстро ударь. Ударь сильно. Ударь. А сейчас медленно очень, очень медленно. Подробно.